Что ж вы, девки, тормозите? Я что, где? Побежали. Оля, отключи меня. Лена, супер хорошо. Лёха. Обгоняй, Лен. Давай, Лена, копи. Лена, беги! Вперед! Спартак чемпион! Ай, браво! Ай, Мари, молодец, вот. Наташа, туда тебе пока. Давайте. Ай, браво. Вот. Я здесь. Он улетел. Давай сюда.
Вот так. Ой, собака встала. Ну, правильно. Поднимаю вверх. Марина. Леша. Эй. Леша. Нет, чё? Леша. Хорошо стоит. Леха. Отлично, все отлично. Все отлично. Покажите ему. Он тебя увидел. Собака номер 6. Корректный. Невысокого роста. Аня, нормально стоял. Хорошая конструкция. Желательно более возможные движения. Оценка отлично. Спасибо. Номер 17. Маленький. Возьми, чтобы попрыгал. Очень красивой головой. Хороший курс и конструкции. Он любит зеленый. Очень хорошими углами. Движение не учить спину сейчас. Оценка отлично. Спасибо. Номер 20. Урони зеленый мяч. Корректен. Корректный. Я колец и главы. Красивой головой. Имеет проблемы с кистями. Движение правого хороший. Хорошими углами. Темные глаза. Темные предметы. Четвертое. Пожалуйста. Номер 18. Стой. Вот так. Среднего роста. Очень красивой головой. Темными глазами. Немного открытый уголки рта. Хорошее движение. Ровная спина. Оценка отлично, третья. Номер 19. Хорошо, эксперт поставил собаку за второе место из-за движения. Вперед, вперед! Для эксперта или для Родера Тверя, по мнению эксперта. Мы хотим увидеть спортивную собаку. Он имеет несколько излишнюю массу. Пока нормально, пусть стоит. Очень красивая, объемная голова. Сейчас дам, двор дам. Глубоко посаженные глаза. Сегодня из-за движений. Это второе место. Спасибо. Оксана, сопли вытри. Сопли. И поставь. Все. Хорошо, твой мальчик. Все, поставила. Не трогайте. Дуглас. Все, нормально, Дуглас. Не трогайте. Номер 21. Хорошо, молодец. Твой мяч. Гатвелев с типичной головой. Темные глаза. Хорошие уши. Имеет немножко проблемы с кистями. Несколько слабовато пясти. Идеальный в стойке. Да. Хорошо, молодец. Это, по мнению эксперта, это самая правильная собака по стандарту здесь в ринге. Очень хорошо сложно. Он имел наилучшее движение. Сегодня он первый.